К новостям спорта. Хоккейный клуб «Лида» уступил в овертайме аршанскому «Локомотиву». Очередной матч экстралиги состоялся в минувшую субботу на арене Ледового дворца. Наша команда дважды вела в счете благодаря точным броскам Андрея Шикутя и Владимира Ануфриюка. Однако основное время завершилось результатом 2-2. В овертайме успешнее были гости 3-2. Сегодня «Лида» и «Локомотив» вновь встречаются на льду. Болеем за наших.